Первоуральске еще 16 человек заболели коронавирусной инфекцией. Диагнозы подтверждены лабораторно. Всего за время пандемии вирусом COVID-19 в городе заразилось 329 человек. 75 из них уже выписаны из больниц. Всего в Свердловской области за минувшие сутки 275 новых случаев заражения COVID-19. Больше половины заболевших – это жители Екатеринбурга. Таким образом, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 15 343 жителя Среднего Урала. За последние сутки скончалось еще 10 уральцев, выздоровело 279. Всего в области врачи вылечили 9522 человека. Для того, чтобы снизить нагрузку на областные больницы, в Екатеринбург-Экспо с сегодняшнего дня начинает работу мобильный медкомплекс на 50 мест. Власти региона также отметили, что сейчас в Свердловской области наблюдается смещение заболеваемости. Новых случаев в Екатеринбурге становится меньше, а в других муниципалитетах больше. Должен сказать, что сегодняшняя тенденция – это все-таки смещение центра заболеваемости из Екатеринбурга в область. И мы фиксируем некоторый рост заболеваемости, допустим, в Нижнем Тагиле, в Первоуральске. В то же время, как в Екатеринбурге, она стабилизировалась, в некоторых ситуациях она даже имеет тенденцию к снижению.